делал, просто подъемник сделал. Просто мне нужно было сделать какую-то тягу, которая будет лыжников поднимать на гору. И все дела. А как ее сделать? Что у меня было? Вот у меня джип есть, японский старенький джип. Вот, и я придумал, его поставил на коробку, на раздачную коробку, коробку отбора мощности, поставил насос масляный, впереди джипа на буфер закрепил гидродвигатель, и всю эту систему, значит, на гидродвигатель я одевал одетый шкив, накидывал трос, оттягивал этот трос, на горе стоит стойка с натяжным роликом, и, значит, заякоривался в поле, забил лом, за него привязывался, натяжку делал, включал его на холостом ходу, и мы катались, сами катались, а он тарахтел. Вот, потом...